Начинаем снимать, Виталька. Ролик нахуй. Бухать давай стал бомжом. То есть бухать не зашел. Почему? Виталька, почему я стал бомжом, а? Видите, кофту, а то он бухать уже не знает за что. Не знаете, за что бухать, да? Да. Понятно. Всем привет, ребята, на канале Бухай ТВ, как говорится. Сегодня у меня Виталий, как говорится. Собирались мы не собирались снимать. Взяли с Виталькой по бутылке пива. Потом я все-таки решил отснять. Сидим, гоним веса, короче. Сегодня будем выпивать. Будут видосы кое-какие. Может будут, может нет. Бухать. Будешь бухать сегодня только? Таранку есть. Таранку будем есть. Вот такую вот щуку нам привезли. А ну, Виталька, дай свой гараж. Не забирай мою. Виталька, он плачет, гараж. Он же девочка, он такой. Коктейли пьет так. Так. Что у нас сегодня на обзоре, как говорится, это пиво недавно обозревал, ну, обозрею еще раз, как говорится, сделаю обзор, что обычная оболоневская литровая бутылка, тут выдавлена оболонь, тут выдавлен герб оболонь, а тут такой черный чехольчик, на пробочке ничего нету, на дне ничего нету, тут оболонь премиум, короче, типа экстра, где типа его продают куда-то, типа экспортируют, экспортная. Так, сколько тут у нас оборотов, не помню, блядь, недавно обзор делал, но не помню. 4,6 здесь. Наливаем, как говорится. Бухаем. Ух, как шампанское, так. Видал? Это сейчас правильно. Так что, выключи музыку. Виталик, выключи музыку. Да. Так, иди разговаривай мне, Виталик. Ничего. Ну что, наливаем бокальчик вот так, да. Так самый верх налью. Вот сюда влазит в этот бокал 700 грамм, так что пены мы видим нету, газики хорошо идут. Сейчас это пиво реально у нас с ВТБ, но по 16 гривен, его реально выгодно брать, как говорится, его все берут сейчас. Так что, давайте, ребята, за все хорошее попробуем пивко какое. Испоганилось или не испоганилось за эти дни? Ну тогда шашечком было чуть-чуть получше. Сейчас оно. Или чуть-чуть. Да не, оно холодненько. Чуть-чуть кислинка чувствуется. Ну, в принципе, неплохо. Может, его просто много завезли. И оно просто. Хотя сейчас посмотрим, когда оно сделано. Так что, Виталик, блядь, пизди потише, блядь. Так что. 21.02.20. Так, 21.02. Сейчас у нас этот. Третий месяц. Ну да, в прошлом месяце. Давайте, ребят, за все хорошее. Нет, нормально. Шашлычком тогда оно вообще хорошо заходило. Ну и сейчас оно неплохо заходит. Сегодня, если все хорошо, мы снимем два видоса, отснимем. Один будет с пивом, второй будет с водкой. Ну, скорее всего, ребята, вряд ли. Скорее всего, отснимем что-то, как говорится, или одно, или вообще ничего не отснимем, или отснимем, как говорится, пьянка будет шикарная. Много кто с актеров не захочет просто, ну, как говорится, попадать в кадр, а сидеть, пиздеть один я не смогу нормально, потому что будут люди сидеть, пиздеть, как говорится, мешать, как бы сами понимаете, что когда ты сам сидишь там, как говорится, тебе удобно, или там, когда люди согласны с тобой сидеть в камеру, ну, разговаривать. Ну, а так, как бы, ну, не все согласны, как говорится, будут. Что давайте, ребята, говорится, не, даже отрыжочек тогда был не такой. А сейчас отрыжочек чуть-чуть мне напомнил Балтику раздевную. По отрыжечке. Так что, давайте, ребятки. Не, заходит хорошо, реально заходит очень хорошо. Ну сколько, пол бокала выпил, хотя я наливал целый. Неплохо. Так взять. Сейчас, конечно, вот такие сельские магазины всякие. Этого пива нагорнут по-черному, возьмут по 16,50, а в селах его будут продавать где-то рублей по 30 за бутылку, как минимум. Так что. Ну, мы с Виталиком взяли, зашли, взяли, хотели взять по бутылочке какого-нибудь пивка.
Я хотел взять бутылочку 0,5, потом так подумал, думаю, возьму этот оболонь, как бы покажу, как говорится, еще очередной раз, что чем я возьму твою бутылочку за 18-16 гривен или 0,5, чем возьму литрушечку, в принципе, неплохого, хорошего пива, которому даже сейчас я глоточек сделал, в принципе, буду ставить оценочку, уже как бы бокальчик выпил, можно будет ставить оценочку, литрушечку, но лучше выпить литрушечку, в принципе, такого же самого пива, нехай там, только это я пил недавно, знаю, как оно будет. А то я не пью. Давайте, ребята, за все хорошее. Что, поставлю 8,5 баллов. Заходит неплохо. Вкусовые рецепторы, говорится, остались на тем уровне, но то и было чуть-чуть лучше по вкусу, чем это. Как говорится, 8,5 баллов, но цена 16 гривен, это 0,5, это меньше, 0,5 можно взять, тут можно взять литр, да, тут, как говорится, чуть-чуть вкус поменялся, так что тут чем-то мне напоминает Балтику раздельное по вкусу, так что, а тогда оно было чуть-чуть, именно как раньше премиум, а сейчас типа чуть больше на Балтику, ну, в принципе, по вкусу практически одинаково, так что давайте, ребята, 8,5 баллов, хорошая оценка. По вкусу я поставил бы 8 бы, по вкусовым качествам, а 0,5 баллов я добавил, накинул снова же за цену, потому что цена это хорошая. Насморок, извиняюсь за насморок, как говорится, давайте. Заходит, как теща под лед. Так что... вот то так. Ну да, вот я тогда налил, 200 грамм долил оттуда. Вот под бирку, бирка вот здесь идет. Пол бокала. Где этот гражданин ходит там. По телефону разговаривает. Так что... Что-то у меня по времени. 7 минут. Ну что, пару минуток. И сейчас сниму. Подписывать я не буду. Так что этот не ролик этот подпишу просто, что там. Оболонь премиум, в принципе. Так что, в принципе, неплохо. Конечно, да, вкусы ей чуть-чуть разнится. И вот в среду тогда я брал. Когда я тогда выпил? В среду брал тогда я. Выпивал нормально, хороший был час. У нас воскресенье. Ну, 5 дней тому назад, грубо говоря. 4 дня тому назад. Разница есть, конечно, в пиве. Ну, можно было что-то взять другое, но я решил это взять. Ухай лучше больше. Ухай лучше полторка будет видео. С полтором, как говорится. Ну, я своих подписчиков уважаю. Подписчики уважают меня. Кто захочет, тот посмотрит, кто не захочет, нехай не смотрит, я не обижу. Говорится, ну, дело в том, что сам процесс этого пива сейчас, эти маркеты, АТБ и все остальные этими акциями реально людей очень сильно заманивают. У нас в Путивле, например, АТБ уничтожило почти все мелкие магазины. Мелкий магазин там где-то на окраинах, там он один, там большой район людей, чтобы там через весь город идти просто, чтобы в АТБ. Да вон идут туда. А так, в принципе, все идут в АТБ покупать. Все в магазинах, они не закупают у поставщиков там какие-то там эти продукты, там читала. Они просто идут в АТБ и покупают вот этот товар в АТБ. Значит, давайте, ребят, за все хорошее. Вчера смотрел фотки в Инстаграме. У нас масло из эту зиму полили. Много людей было, такое интересное мероприятие было. Я не ходил. Оно не надо. Чуть подавился пивком. Давайте, ребят, за все хорошее. Такой у нас
короткий пивной обзор получился. Сегодня постараюсь снять два видео. Сегодня, думаю, этот обращусь. С судаком у меня этот, то видео, которое я говорил, что по поводу судака, встретил я Сергея, короче. Картинка хорошая, картинку сделали, звука нету. Не знаю, может придется накинуть звук сверху, озвучить. Только это где мы будем озвучивать, как будем озвучивать. Получится у нас озвучить нормально. Но и то это уже будет не то, как бы, не тот формат. Может, в принципе, выкинуть не мое видео, как бы, но не мое видео, кому оно интересно. Кто будет смотреть не мое видео. Так что пишите в комментах, как говорится. Будете смотреть не мое видео, а не будете смотреть не мое. Если оно выйдет, просто его, я думаю, чисто его все задизлайкают, потому что как бы я там буду сидеть пить, грубо говоря, и говорить, а оно звука нету. Так что будет, как говорится, не очень хорошо. Ну или просто навожу звук сверху, как бы, что-то там буду комментировать, как бы. Я никогда такого не накомментировал, чтобы там как бы озвучку на сам момент на этот. Что, постараемся, что-то придумаем, короче. Что буду допивать, прощаться, как говорится, с вами, выкидывать этот видос. Если все будет хорошо сегодня вечером, TikTok, пьяночка будет по-любому. И плюс будет еще, помимо пьяночки, хочу снять видосик. Короче, скорее всего, снимаем видос, это один или два железно будет. Всех угомоню. В угол поставлю, скажу, снимаем видео, короче, все. Хорошо, все будет тип-топ. Давайте, ребята, всем спасибо, кто меня смотрит. Все, кто посмотрел это видео, моих подписчиков, кто смотрит это видео, кто пишет комменты, кто ставит пальцы вверх. Ребята, всем большое спасибо. Так что, как говорится, кто там новенький пришел на канал, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Я стараюсь отвечать на все, практически всем отвечаю. Если кого-то там пропустил, извиняюсь, как говорится, не заметил там или этот, сами понимаете, видосов много выходит, не на все этот, как говорится, успеваю там отвечать, вот, сами понимаете. Так что, ставьте пальцы вверх, если понравится этот видос, хотя такой видос, как говорится, ни о чем по факту, ничего не ем, пиво полторка, просто решил попиздеть с камерой, как говорится, с вами, как говорится. Пишите в комментах, скоро то, что мой проект, который я обещал, скоро чуть-чуть отложился, там у человека чуть-чуть не получается. Мы сделаем, все будет как положено. Все будет, только чуть попозже. Кое-другие какие проекты намечаются. Сейчас уже идет весна, сейчас у нас уже под этот. Будем выходить чаще на природку сниматься. Так что все будет тип-топ. Давайте, ребята, за нас. Так что, ребята, давайте. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока.